Мое почтение, друзья мои. Ты что, сапоги сразу надевай? Снимаешь, что ли? Снимаю. Всем привет. Сапоги сразу надевай. Понятно. Мешок не надо, а убери, у меня есть. Один, телегу, два. Телегу не берем. А? Телегу не берем. Почему? А мне не проехать там по лесу. Мы едем сегодня на разведку. Сегодня у нас большое путешествие, друзья мои. Сейчас у нас организационные вопросы порешаем. Сейчас я тебе все объясню. Сережа, в лесу редко бывает, так не понимаю, куда едем. Сережа. В общем, сегодня мы едем искать старую железную дорогу. Заброшенную железную дорогу ищем. Сережа предлагает взять прицеп, а мы поедем по лесу. Не вариант. Мне там не развернуться, ни маневренности. Это, конечно, якорь для квадроцикла. Это уже мы берем тогда, когда... Я что предлагаю-то, Серега? Съездить, все разведать. Посмотреть дороги. Поискать. Если что-то есть, мы потом в любой момент телегу даже. Прицеп-то там можем и скинуть, где не проедем. Потом на обратном пути забрать. Мне что-то вот нисколько его с тобой этот якорь тащить неохота. Нафиг он мне нужен? Мы поищем. Если что-то есть, мы в следующий раз приедем уже с большой экспедицией. Сейчас у нас разведка. Мы там не зависим. Если мы не проедем, то поедем в другое место сразу. Мы там везде все объедем. Разведка, надо брать ее. Сережа в лесу не был ни разу, не понимает, о чем говорит. Давай, одевай все, чтобы... Налегке едем. Сегодня вы с нами поучаствуете в экспедиции, насколько хватит батареи. Я взял пауэрбанк с собой, гигантский. Может, хватит что-нибудь. Микрофоны у меня есть новые, на два штуки. Так. Блин, Серега там убежит в лес опять. Потеряет их. Плохая идея. С одним сегодня микрофоном поработаем. Ладно, все, мы собираемся. Едем на квадроцикле, ехать далеко. В тот раз мы с тобой 40 километров намотали по лесу. Для леса это много. Да по трассе 40 километров ни о чем. А по бездорожью 40 километров это, ну, все-таки маршрут. Как-никак. Сегодня тоже обнулим. Давно я хотел с того года съездить. Там по лесу много ехать. А? Чего? Я бы накинул на твоем месте. А на квадре, а мы скинем ее, когда на месте-то приедем. Лесом ехали, там чуть. Ну смотри, я куртку надену, все равно Сережа в лесу ни разу не был, не понимает ничего. Все, берем, сейчас что, лопату давай, все ты, где твоя лопата-то? А, сюда ставим, все, собираемся мы и выезжаем, погнали. Первая у нас остановочка, путь что-то вам не показывал, путь тяжелый был. Опять квадроцикл весь заморал, только вчера помыл. Идем смотреть мы скважину здесь. Из нержавейки. Сережа, покажу. В тот раз я вам показывал. Итак, Сережа, по летописям 700-го года здесь написано вот про этот пруд. Смотри, что-то выкопали. Вот этой ямы не было. Бобры вылазят, видишь? Мы сейчас по дамбе пройдем с тобой. Итак, бобры, да. О, смотри, две утки полетели. Оставь ты их в покое. Мы же что... Не убийцы уток. Маленький рядом где-то. Да, что где-то. Про этот пруд написано. Вон кедр стоит еще. Его обломали, сволочи, весь. Написано, что был пруд, школа в этой деревне, церковь. Церковь была позже разобрана и позже перевезена в кумены на лошадях. Был пруд глубокий, лошадей скрывал. Вот так там написано. Дословно тебе перевожу. Вот про этот пруд. Он пересыхает. Пойдем, вон там обойдем. Ну, можно и там идти, но там дамба, травы много. Дамба у бобров. Так мы по дамбе и пройдем. Давай, тари дорогу ты хотел. Путешествие начинается. Мы дальше едем, конечно. Мы еще полмаршрута только проехали. Здесь просто я решил посмотреть. И Сережа провести экскурсию. Все бобровые хатки одни. Идем по плотине бобров. Там где-то будка раньше у лесников стояла. Так мы к ней идем. Это не у будка лесников. Это которую сожгли они. Да. Мы сейчас посмотрим. Смотри, как тут бобры находили. Что думаешь, рыба есть? Уровень-то не держат. Уровень держат. В тот раз он сухой был, по-моему. Видишь, сейчас ты. Ну-ка, покажи. Вот они. Уровень держат, накидали соплей сюда всяких. И все, и пошел. Не, рыбы нету здесь. Тут летом. Видно. Ну и бобры купаться любят. Заболотили весь лес. Сейчас мы пройдем, нам вот туда надо, в ту сторону. Просто хотел там остановиться, но там. Смотрите, еще один уровень. Что-то Сережа плохо идет. Ну и как залетели, а? Неуверенно.
Не уверен. Не уверен, Сережа идет. Давайте я сюда пущу. Блин, у меня кто-то звонит. Сейчас, ребят, на звонок отвечу, секунду. Таможня звонит. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Не, вы запишите сейчас. Блин, громче только разговаривайте, вас не слышно. День, месяц, год вашего рождения, говорите. 27.02.1978. Хорошо, ты не забывай. Таможня, Серега. Замена паспорта. Да, была. Дмитрий Александрович, как вам удобно? Можно сейчас ваши паспортные данные? Или вы это делаете самостоятельно? А как я сейчас вам скину? Я сейчас в лесу в данный момент нахожусь. Не могу. Хорошо, вы можете это сделать самостоятельно. Можно номер телефона и на электронную почту отправлен на смс. В этом сообщении есть ссылка. Вам надо будет перейти по этой ссылке, нажать «Сменить данные» и указать новые паспортные данные. Я тогда укажу, что вы самостоятельно внесете информацию. У вас на это будет 48 часов. Если вы не успеете, ваш заказ будет автоматически сейчас сменен. Ну вы скиньте, да, на почту, я приеду домой, так там сделают, все сделаю. Вам уже должно было поступить смс, вам сообщение не поступало? Нет, мне приходило, но там написано было, введите пароль, логин, еще этот, шифр какой-то. Я думаю, ну нафиг, разводят меня, никакие пароли вводить не буду, ничего. А то там взломают у меня компьютер и все. Хорошо, тогда попрошу наших специалистов вам повторно отправить сообщение. Да, только без паролей, без всяких явок. Просто зайти по форме, заполнить и все. Ну, спасибо. Доброго, хорошего. Все, до свидания. В общем, я купил для Серега, для этих. Для, что это туалет у них. Пойдем. Отстроились, думаешь? Это я здесь ходил. Я купил, сейчас я расскажу, погоди. Для, тут ничего нету. Я тут ходил уже с металлоискателем. Я купил для видеокамер штекер папа-мама. И вот у меня паспорт я поменял, а на таможне паспорт не заменили. Видите, они говорят, если вы данные паспортные не поменяете, то мы отправим вам обратно. Здесь стояла будка. Я Сереже хочу показать эту будку. Ее нифига не слышно. Разговариваем, что-то наели себе под нос. Мне пришло на почту от какой-то это сообщение. Перейдите по адресу, введите пароль, логин и код. Знаете, как когда вы скачиваете архив, например, что-то хотите скачать, и вам также говорят, код введите, то все, вы вводите, распаковываете архив, под код вводите, и вас взламывают весь компьютер. Я думаю, да ну вас нафиг. Вот здесь стояла, Серега, будка хорошая. И она сгорела. Я ее показывал в ролике, она у меня есть. Ну как тебе? И здесь я сожженный топор нашел тогда. Туалет будешь? Нет. Я бы не отказался, но не хочу. Вот будочка, ребята. От печки что осталось? Сейчас мы проверим. Здесь у них вот эти тиры были. Так они не восстанавливают. Тук. Да, тут даже, смотри, никто не появляется. Вот здесь пройти, здесь инструмент есть, это топор здесь нашел, сверху валялся. Нет, сюда есть. Заезд-то есть сюда. Где? Никто не ездит здесь. Поле. Заезд-то и... есть, а нету следов-то, смотри. Ну, а пойдем посмотрим эту скважину, я тебе покажу. Я к Сереже пришел в скважину, и мне, знаешь, тогда сказали, возьми-ка бутылку, Серег, пустую. Ее на водой, оказывается, наливать эту скважину, чтобы она заработала. Какую пустую? Где ты видишь бутылки здесь? Вон ведро. Мы сейчас ее водой накачаем. Я в тот раз неправильно ее качал, меня посмеялись надо мной. Рубель это с того раза еще лежит. Если заберешь, он заколдован. Да. То есть несчастье тебя ждет в жизни. Правильно. Рубель заберешь. Иди, что, отдашь. Сейчас мы покажем, как оказывается закачивать эту скважину. Да, вода есть, Серега, сейчас мы ее скачаем. Здесь вот
источник. Святой источник Серафима Саровского, Сережа говорит. Я в тот раз качал, воды не накачал. Мне говорит, ну ты, Дима, дал. Первый раз, что ли, замужем? Вот сюда на воды залить. Откуда? Вон. А что, прокачаться? Насос заполнить надо. Да, вот этот. Смотри, нержавейка какая. Труба, боже, выдергивать. Будет. Сережа маньяк, скважину хочет вскрыть. Сейчас мы вам покажем, как она работает, не работает. Если работает, то не будем скрывать. Так, давай, залив, блин. Да что такая вода? А погоди. На-ка, вот этой чистой залей. Ага, чистая она, блядь. Я мошку съел, блядь. Че, не пахнет тем? Не, не пахнет, осадок просто. Да я с той стороны буду качать сразу. Давай, попробуем. Подождите, лью. Ну, создавай вакуум. Что-то ни хрена не работает ваша скважина. Да. Еще больше? Больше. А вода должна вот здесь-то вода быть, она ушла вся в скважину. Она вот здесь должна стоять. Сколько и... Сколько же сюда заливать-то надо? Я не знаю. Сколько заливать надо, не знаете? Федер, 10? Да, не будем. Чтобы добыть. Не засоряй скважину. Источник святой. Вот там как лемеха валяются, если походить. Фу, бля. Ты что, не успел снять? Давай еще раз. Не, должно давление какое-то создаться. Вот здесь. Да, вот здесь вода должна стоять. И ты должна этот разрежение поступать. Она, вижу, вот она сюда уходит. Здесь клапан, походу, хана. Откручивать надо и клапан вот этот менять резинкой. Сережа грязной воды, как его фонтан. Святой. Святой, да. Пошли давай отсюда, батарейку садить не будем. Едем мы дальше искать железную дорогу царскую, заброшенную. Какая нержавейка? Что-то не видишь, она нержавеет. Это нержавейка? А голова кто-то есть. Ну, вот эта труба только нержавейка-то. Вон, смотри, она, видишь, сварена как? Тоже нержавенный. Достав ты, что, может, отремонтировать кто-нибудь? Какая она нужна? Я просто оттуда вот зашел в тот раз-то, ее заметил. А первый раз мы когда здесь были с Юлькой, еще дом стоял, я ее не заметил. Папоротник надо? Папоротник у меня есть. Лесной дома растет и декоративный. Вон шланг, видишь, они качали. А этот шланг-то этот, дренажный. Возьми на участок себе. Он, вижу, он в дырках. А какой-то дренажный шланг, его закапывают и выводят. И участка воду. Все у тебя нормально? Ну вот, такое место. Сожгли враги родную хату. Сожрали всю мою семью. Все, поехали дальше. Мини-экскурсия. Едем дальше искать царскую железную дорогу. Оп, идем. На дальней станции сойду. Трава по пояс. Сережа к ямам все пристает. Я говорю, это мелиорация. Копали мелиорацию. Вот это, может, и не мелиорация, колодец. Ямы, но я еду. Вон там дальше дома стояли, вон ямы. Может, грунт кто копал себе. Ну, я понимаю, так что тут вон, там лос идет. Какая нахрен? Мелиорация у пруда, видишь? Вот это старинный пруд. Я с той стороны монеты находил царские. Мы что, будем монеты нынче искать или только золото? Ой, золото, говорю, железо. А, Сережа? Почему? Вот сюда правильно ты ходишь? Не, давай. Либо по дамбе, либо... Не, пошли, вон здесь выйдем. По траве. Мы же одним и тем же путем не ходим с тобой никогда. Трава по пояс. Как там песня-то дальше поется? Вот здесь дома-то, Серег, стояли по картам. Да. Вот здесь я раньше на квадроцикле ездил, на красненьком. И вот там такая лог, я постоянно на нем буксовал, блин. Вот здесь. Переходи, сейчас трубу тебе покажу. Вот здесь дорога была, вон она, ее просматривается. И вот здесь постоянно как стрянешь на квадрике. И выезжаешь на главную дорогу. Здесь я тогда три ядра нашел от пушки. Не знаю, откуда они тут взялись. Я их привез домой, у меня их своровали. У дома положил на столе, забора еще тогда не было. И камер не было. У меня утащили три ядра пушечных. Одно я в канаве потом нашел. Видать, их кто-то скинул. Я решил установить видеонаблюдение, чтобы больше меня не обносили. Вот в тех березах нашел три ядра тогда.
Я тут спаниеля потерял. Ну тогда убежала, выбиваем быстро. Спаниеля у Сережи жил, потерял. Он, наверное, на раих ушел тогда дорогу. Не нашел больше? Не, старенькая была уже. Умерла. Сережа потерял собаку. Все равно когда-то выслужила. Куда я, волки съели. Я приезжал вечерами-то, орала. Волк и пес, знаешь, такую сказку. Все, мы едем дальше, нам туда сейчас. Сейчас еще одну деревню проедем. И в леса. А по лесу ехать, километра 4, наверное. Да, вот туда сейчас, в леса мы уйдем. У меня был тоже. Там все кабанами было. Нам надо заезд найти, но у меня карта есть, так по картам. Нифига тут травы, блин. По весне здесь лысенько. Вот дома все шли. Там дома, да. Федоров кузница была. Уже там ничего нет. Уже нету? Ну я знаю. Все. Дима все вырыл, что? Не только Дима. Кто только не рыл. Едем дальше. Сережа все расчехлиться хочет. Мы проехали очень сложный маршрут. Вот железная дорога царская, старинная. Идет в сторону Кирово-Чепецка, идет в сторону Швецова. Сережа уже говорит, я бы расчехлился. Я говорю, давай поедем по этому. Оканавлено все. И надо и сейчас идти. Я предлагаю туда уехать. С километра примерно. Давай еще километрик по железной дороге проедем. Здесь у нас ездят лесовозы. Выделяются лес. Я не знаю, частникам, не частникам. И они вот вывозят по этой же старой железной дороге. Можно со стороны Швецова, смотрел я, но не проехать. Местами перекопано, трубы выдергивали черметчики через валовые канавы. И дальше там бобры затопили. Целое озеро. Все затоплено. Не, давай туда проедем. Да. В сторону Чепецка. А обратно мы поедем с Сережей. Там еще несколько мест интересных тоже. Вот эта старинная дорога идет. И она все вот туда пошла. Ну что, давай еще проедем, да начнем. Что, туда едем? Погнали. Сейчас приедем. Проехали мы не километр, метров 500. Что-то не видно, что ямы глубокие. Ям вообще не видно. Установился я у муравейничка. Ребята суетятся. Помуслякай соломинку. А можно руку намазать и положить. Ну давай-ка намазкай и положить. А еще говорят, платочек носовой бросаешь, они описывают его. И от комаров обтираться потом ходить. Так, а фургон свой? Фургон-то мой патриотовский надо взять. Ту-ду-ду. Металлоискатель расчехляем. Идем сначала туда, потом туда. Все, в какую сторону-то пойдем, Серега? Чем дальше в лес, тем больше. Погоди, вагон найдем, да? Или каток. Сейчас. Все, мы собираемся. Камеру с собой возьму. Покопаем. У меня есть серьезный-то нож лежит. Зачем? У тебя под сало. Почему ты его не достал? Так он у меня для медведя, не для сала. Да? Я поехала куда-то все. Снимаю сейчас на Panasonic, мне удобнее носить его. Сережа будет сегодня в главной роли. Так, мы туда пока не пойдем. Мы пойдем вот туда. Вот это старая железная дорога. Не знаю, может костыль найдем. А может нет. Все покажу. Взял камеру еще. На голову взял камеру на всякий случай. Прогулка лесная. Да, мы сейчас по бутику съедим и все. Сало домашнее, вчерашнее мы ели его. Домашнее, вчерашнее. Да. Нормально. Что вам тут показать? В гору куда-то пошло. Потом в болото. Вот надо по обочинам так-то идти. Вот сюда откидывали все. Когда меняли рельсы, ремонтировали все. На обочину скинут. Смотри, Серега, гриб. Гриб нашел. Не знаю, сейчас посмотрим. Уже гриб. О, а бабок. Червивый. Можно по делянкам. Вот эта старая делянка, лес вырубали. Где они трактора ставили, найти это место. И тоже там всегда запчастей много. Иду, я показываю. О, липы, смотри, по девенников надергаем. Все, пошли мы поверекусим, да. Выдвигаемся. Места здесь шикарные. Но не глухие. Дорога проезжая, видно, ездят лесники-охотники по старой железке. Мы только отошли, я включил металлоискатель, вот она.
Старая железная дорога. Костыли, Серега. Помнишь, их лежали в предприятии тонны? Кучами навалено было. Кучами, все, выходим. Яму за собой закапывай. О, не сразу же, говорю, здесь уже. Ты глубоко-то не копай, они должны сверху быть. Ну, кто его знает? Поди рельсина? Рельсина сбоку надо идти по канавам. Ты лопатой натыкай. Ну, Сережа приловчится, не его металлоискатель, это такой. Третий выход с ним не может еще. Все, нашел? Гость. Не знаю. Пинпоинтер тебе, наверное, надо. Не надо. Ладно, Сережа найдет что-нибудь. Идем по дороге, одни костыли валяются. Там стояла линия электропередач. Провода остались, а столбы все и то забраны. Попадаются костыли только. Вот такие, я их и не копаю. Залез в обочину, крышка от оси мазать открывалась туда, смазка набивалась. Вот надо по каналам идти, но тут не пройти, все завалено. А на самой дороге только одни костыли, ничего интересного. Надо проехать тогда дальше, наверное. Как думаешь, Серега? А? Надо дальше, наверное, туда проехать. Я прогуляюсь что-то. Все, погоди. Здесь вот линия шла, передач. Сережа где-то пропал. Что-то у нас, наверное, видно. Столбы гнилые лежат, и в них вот эти штуки. Изоляторы. Оп. Берем. Еще. А сами провода висят, так и остались. Сережа где-то пропал у нас. Два изолятора. Тут еще бутылка водки. В общем, достаточно тут людное место. Я думал, здесь поглуше будет. Нет, очень людно. На столбе 4 изолятора вот таких. 4 штуки открутил. Чашки нам не нужны. Зачем они? Здесь проволока, видите, идет. Она идет по всему. Можно проволоку срезать, только нафиг она нужна. Это Сережа там пропал. Вот такие увесистые штучки. И вот можно идти в столбы смотреть. 4 на столбе. Сережа предлагает проволоку. Покажи-ка. Забирать тоже. Блин, как я пошел за квадроциклом, подгоню его сюда. Пошел. Ты что, туда пойдешь? Тебе еще придет сыпать. Я приеду сейчас. На-ка, этот оброски себе. У меня же лопата и металлоискатель. Давай он, скинь пока железо у знака, все, и тебе легче туда идти. Ой, Сережа. Бревно. Скинь все железо у бревна. Я еще на делянку схожу. И налегке тебе, да, пробежаться. Давай, давай. Мы сейчас вот здесь скинем. Логично? Логично, давай табличку еще покажу ребятам. Мария здесь медвежья, тропа вон. Оп. Кирово-Чепецкий район тут уже у нас. Здесь бросим, заберем. 6 километров-то откуда это? Раритетный столб. 6 километров откуда-то. От линии, от Лэповской поди. Не знаю, вот эти. Железная дорога, просмоленная. Смотрите, стоят еще на табличках. Ничего с ним не сделалось. Здесь не было деревьев-то. Мотовоз ехал и смотрели. Сережа там копает. Я пошел за квадроциклом, подъеду сюда. Сережа идет, копает. Мы договорились, я по этой стороне, а он по той. Я обратно иду за квадроциклом, по его стороне он. Смотри, его железячину прошел. Я даже не знаю, что это такое. Но она весит почти 10 килограмм. Вот это да. Ну, по обочинке тоже идут вот за одним. Ладно, брошу пока здесь. Пришел, железяку бросил. Прямо у таблички. Рыболов-охотник. Коммерческое предприятие, не рыбачить, все мое. Все, рельса? Не знаю. Так ты давай вот сюда, к песок. О, не, накладка. Накладочка прямо глубоко. У этого, глубоко. Вот накладки они, царские. Я пошел в квадрик.
Глубоко. Но он берет снайперка. Это Сережа с Гауссом ходит сегодня. Гаусс МД. Я не знаю, сейчас производят ли их. Типа металлоискатель это тоже. Вещь? Угу. У меня еще большая катушка есть, гигантская на него. Но он чисто у меня по железу работает. Больно удобный. Включил и пошел. Все железяки твои. Я пошел за квадроциклом. Вторая попытка, Серега. Сейчас за тобой, наверное, накопаю железо. Все, пошел я. Подгоню квадрик сюда. Пришел квадроцикл, там гвоздей надергал. Сережа на пропускал. Тут думаю, дай-ка мимо пройду. А я мне покажу. Это я пока обратно шел, сколько в сумке набрал гвоздей. А шпалы попадают, они сгнили все. И в них вытаскиваются гвозди. Длиннющие, есть короткие. Всякие. Ножи можно ковать, да? Из таких. Сталь вечная. Вот такие накладочки. Они как раз по килограмму весят. Тук 19 рублей. Тук 19 рублей. Фу-ху. Так, ну что. Сейчас я туда еще пройду. Сережа пускай идет там. Я туда обратно вернусь. Все собираю и еду за Сережей. Пускай он туда вверх идет. Тут неудачно. Мы тут... У них туннель какой-то проложен и отсыпан. А наоборот, чтобы была насыпь. И мы спускались бы. А тут ну, как-то... Не знаю, то ли возвышенность тут. Какую-то прорезали здесь с экскаватором и укладывали. Не полазишь по бордюрам-то. Все заросло, конечно. Сейчас я пробегусь еще. Дошел еще недалеко. Смотри, кусочек рельсы. Чик-чик. Можно на коваленку сделать. Можно в чермец сдать. Ушко-галейка. Нормально. Он тащил рельсу, сюда бросил. Кто-то спрашивал, есть ли грибы. Вот он стоит, красавец. Не болотный, ничего. Подберезовик. Растет. Грибы есть. Не первый уже вижу. Так, Сережа, Сережа. Где-то его вот там я увидел. Сейчас посмотрим. Вон он там ходит. Недалеко ушел, пусть ходит. Я сейчас еще тут пройдусь. Надо. Блин, много мы не увидим, конечно, если много-то найдем. Тележку не стал брать, дорогу не знаю из-за этого. Ну ладно, сколько найдем. Я все иду в одну сторону. В эту сторону поинтереснее идти. Смотри, вот цепочку нашел. Цепочка. Башмаки уже две штуки опять. Потихоньку здесь уже обрыв, видите, может я еще по обрывам лазить, но я просто по кромке иду, не ложу. Там тоже вот там было что-нибудь. Интересно, уже штаны оттягивают. Собрал еще железо. Нам не увезти просто, там куча, три кучи лежит, ну две, третья у меня была. И Сережа, говорю, пойдем обратно в сторону, ближе к дому, посмотрим, есть ли дорога. По рельсам, может, выедем на какую-нибудь дорогу, где можно выехать. Чтобы на вот такие километры, как мы сейчас ехали по буеракам, то и багажник-то оторву с этим железом. Оно не такое большое, но оно здоровенное, тяжеленное. Серега всего две накладки нашел. Ищет плохо. Надо в ту сторону идти. В ту сторону. Он говорит, сейчас до поворота дойдем, мы поедем в сторону дома и будем продвигаться. У него там стоит там куча у нас. У него в рюкзаке она брана. Крышки забирают. И все. Решил он кофе попить. Ну что ты скажешь нашей достопочтенной публике? Чермет. С телегой-то бы не проехали, один хер. Тяжело ее тащить. Ты видел, там я ее тащил как. 10 килограммов, да? Сейчас напрямую попробуем. Все, у нас перекур небольшой. Сейчас вон до этого поворота. Мне кажется, обратно туда мы потом съездим. Мелочевка одна. А крупное все в канавах. Вот по таким каналам надо лазить. Ничего не выбрали, надо вот здесь лазить. Вот там все рельсы валяются. Ты смотри, Серега, я карандашей-то из этих, вот из этих шпал надергал. Они все сгнили. Я их заходил и прямо вот руками выдергивал лопатой. Понял? Подковырил. Да, они вылазят вообще четенько. И все. Все, мы пьем чай. И сейчас до поворота и будем сложить. Вон их рельсы, видишь эти. Ну, шпал-то. Дорогу гладили раньше, это еще. Да, лесовозы. После лесовозов-то.
И все, вот здесь все. Ну, рельсы вот там лежат. На стрелку нам с тобой найти. Где стрелка здесь? Развилка? Да. Не было развила. Как поезда разъезжались? Никак. Как никак? Ты че? Если он ушел, состав до туда, до Чебецка, там уже были развилки-то все. Здесь не было? Че тут такая движуха была, как это? Зад вперед, что ли, думаешь? Че, три мотовоза ходило. И что три мотовоза? Было сколько участков-то? Один на участке, а дядька у меня возил в Чепецк тоже. Один поезд до Чепецка был? Крутихин возил туда. Ты что, столбы-то берешь? Эти, выкручиваешь? Там столбы стояли, целая линия. О, кружка твоя? Кружка нет, а эти дорожники потеряли. Вон там. А, разбитая? Тут стоянка была какая-то. Лесников. Не знаю. А, я там грибы даже нашел. Вон делянки, что, полга, что значит, где-то стояли они. Все, вон, мы... Вон бутылки. Сейчас я найду здесь рельс. Давай. Чтобы сок вышел. Мы прошли здесь по дороге. Нам интересно, куда она идет. Можно ли выехать в цивилизацию по ней или нет? У нас проблема-то в чем, мы не заправились. Хватит. Надеюсь, что хватит. Если мы там встанем где-нибудь, нам придется возвращаться обратно все. Я думаю, хватит, что тут не такие большие. Нашли какой-то вот эту лес, они дергают этой штукой. Я крючок-то здесь. Бревна катали. Бревна, да. На крючке. Тоже забрали. Так, здесь у нас все забито железом. Гвоздями мы так и россыпью сюда валили. А здесь у нас пила. В общем, у нас немножко сюда побольше. Так что, Сережа, ты вот сюда так наваливайся. На эту сторону побольше. Вот так. Здесь, чтобы развесовка была ровнее. Куда получится. Все, мы сейчас сало едим. Выбираемся. Квадро туда видно. Машины ездят. Я только не знаю, куда они ездят. По картам там плотину бобры сделали. И затоплена должна быть дорога. Не знаю, правда, неправда. Чем нам вот такую петлю делать, мы, может, выедем здесь напрямую. Здесь мы ни разу не были. Все, мы сейчас, наверное, сальца съедим. Где сальца-то у тебя, Серега? Сейчас порежем. Сейчас порежем сальца, перекусим, да. Путь дорога. Выбираемся. Что, монеты еще искать будем? Сколько времени? Не будем уже. Не, это что, пятый час? Ну и Серега, опять мы целый день тут в лесах с тобой прошляем дальний. Металлоискатель будет не забыть. Нормально, прогулка. Сереге не влезает металлоискатель, все забито. В руках повезет. В руках. У меня полные ботинки. Еле и до всех. Ладно, выезжаем. Может, что-нибудь еще покажем. Что-то он плавает. Сейчас сверху посмотрим. Наш, что, звук есть? Есть. Проезжаем мимо болота. Тут дороги нету, все развалено. Нет, тут насыпь бетонная, между прочим, Серега. Кольцо бетонное вот здесь идет. Здесь это все было затоплено бобрами. Кто-то спустил опять. Смотри, сколько головастиков плавает. Болотина такая. Деревья все мертвые стоят. Ну, они вот здесь затапливали все. Я со спутника видел. Здесь было целое море. Видать, бобров всех увалили, завалили. И здесь пустили все. Они вот здесь все перегородили. Все было затоплено. Да. Не знаю, сам не понимаю, куда еду. Связь здесь не ловит. Дороги здесь нету. Не здесь мост, а вон там. Вон там этот. Смотри, камушки. О, камушки. Река какая-то. Что труба? Здесь? Железная. Там вон еще одна труба, вот где квадроцикл стоит. Железная, что ли? Нет, бетонная. А тут железная. Что, едем дальше, вот здесь проволок. Смотри, какие. Кто-то на квадре этого проехал. На маленьком. Не как еще маленький, как у меня, такой же. Да весь это узкий, да такой же, что? Маленькие же квадрики. Не знаю, куда они едут. Вот сейчас мы попробуем доехать. У тебя база шире. Да такая же, что? Ну, видно, кто-то ехал туда. Немножко пошире. На выходных катались. Надеемся, что проедем. Что, едем дальше? Хорошо. У нас преграда. Сережа снимает, оператор не отчет. Держи. Едем.
что думаешь? Как? На машине мог проехать здесь, там ездят. Еще одна преграда. А вторая речка у нас. Можно. Да можно, думаю, на машине тоже дернуть здесь. Головастики опять. Головастики, посмотри, куда. Миллионы. Ну как опасно, думаешь? А в море опять бобры здесь. Все перегородили. Что-то едем, едем. Дорога конца и края нету. Квадр какой-то ехал впереди. По выходным, значит, дорога есть. Можно на машине, пока таких особых препятствий, наверное, вот это только. Не, если у меня подвеска высокая, так что зарулить. Так-то, конечно, здесь емищи такие. Можно и на машине. Ездили как-то, ну, понятно, по зимнику. Смотри, камушки, дырочка. Вот здесь, наверное, провалимся. Все, едем дальше. Путешествие продолжается у нас. Ты что, пешком пойдешь? Сережа решил пешком идти. Ох! Ехать-то хорошо, не по лесу ходить. Да, рыба есть. Откуда? Что, плещ? Зимой рыба есть, что. Вон всплеск какой был. Что там всплеск-то? Ты покажи, как она выглядит. Бля, от, не, от берега отошел и потом там пришло. Щука, наверное, что? Откуда она здесь? Щука, может быть. Или карась. Вот это. Сережа рыбу ищет. Блядь, видим так рыба только от берега отходит. Лягухи. Что-то меня... А бетонки ты здесь? Это у нас ручей Черночиха написано. Где бетонки ты, Димон? Две дамбы. Может, там еще одна будет, я не знаю. Да. Скоро мы должны выехать. Зря мы такую петлю делали. Оказывается, можно здесь проезжать. Ну, на будущее будем знать. Все, мы едем дальше. Знали бы, да? Да, здесь будем. Так, в следующий раз здесь и будем ездить. Конечно, тут пару мест есть нехороших. Но зато здесь... Напрямую срезан железная дорога, как была она. Ты чуть вон деревья спилил, кустов накидал. Вон дерево завалил, на, видишь. Распилить его и накидать. Все. Все, поехали давай. Едем дальше. Дров тут немерено. Сережа предлагает прикопнуть. Куда не въезд. Я тебе не предлагаю. Чтоб не ездили тут лишние. Он хотел мешок вытащить, не может поднять его. Ну-ка давай. Мешок-то ладно. Ты что, с попасть дернешь? Все, мы новый путь сегодня узнали, где можно ездить. Дорога есть такая. Не очень, но нормально. Вот там-то дальше лучше идет, да? Чем здесь. Смотри, где пальцы источены. От трактора рвались гусеницы. Все, за всем спешим откланяться. Вот так мы съездили. Железо привезли. Полный кузов. Нам надо добрать до полную телегу, да съездить и сдать его. Вон у нас сколько железа уже лежит. А, ты просто в другое место. В другое место надо съездить. Это куда? Все, мы разгружаемся. С этими костылями. Набрали. Мелочевка это.